Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех жителей Одессы за их героизм, мужество и готовность бороться за свой город. Так вот, обращаясь и к рассеянным, и сосредоточенным, хочу сказать, что Одесса – лучший город в мире. Мы все любим Одессу с момента нашего рождения. Не мы живем в Одессе, Одесса живет в нас, во всех. Поэтому всем тем, кто сегодня находится за пределами Одессы, особенно тем, кто сегодня находится в Российской Федерации, но считает себя одесситами и любит свой город, я бы обратился и сказал, нужно высказывать свою позицию. И им хотел бы сказать, что сегодня родные и близкие, те, кто уехал, находятся здесь. И вы можете получать от них правду о том, как атакуют наш город. Город, о котором как часто руководство Российской Федерации любило говорить. Хорошее. Но сегодня они 9 мая в праздник по городу героя нанесли ракетный удар. Поэтому будьте смелее. Говорите открыто, рассказывайте людям правду. Одесса будет стоять, Одесса – город-герой. Одесса не допустит оккупации. Мы будем сражаться за каждую нашу улицу. Мы готовы.